еще один сложный сезон за океаном для меня. В плане не нагрузки, а в плане закрепиться в составе, показывать стабильное время и прочее. Команда была новая, имею в виду, что произошла перестройка в команде, поменялись множество игроков, тренер, менеджер, все было новое. По идее, должен был быть шанс зарекомендовать себя и как-то влиться в систему. Вот. Но не случилось так. На фоне и так моей полуработающей руки я подвернул ногу. Вот. И восстанавливался от повреждения ноги. Еще не тренировался, ничего не делал, и меня позвал менеджер и тренер к себе в кабинет. Мне сказали: «Слава, у нас тут тяжелая ситуация, мы на грани плей-оффа, и нам нужно срочное усиление, так как сроки твоего восстановления под вопросом». Оставалось, по-моему, день или два, или три до закрытия трансферного окна. Вот. Поэтому они приняли решение поменять меня на кого-то другого. Очень тяжело сидеть, на самом деле. Мне это говорили когда-то, я этого не понимал, но изнутри, когда сидишь, одна игра за одной проходит, и ты вне системы, ты просто наблюдатель. Оно давит, очень сильно давит, поэтому, когда я услышал эту новость, я не могу сказать, что я супер расстроился, потому что так бы я еще бы просмотрел пару игр, а так хоть будет шанс, появилось время заняться своей рукой. Я сначала вижу ситуацию, как логически, я думаю: «О, супер». Все, начался сезон вообще без вариантов.